Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blackstone Phoenix. Сегодня мы будем проходить, да проходить принц полукровок. Простите, что так говорю, просто я дурак. Ну, мы продолжаем. И сегодня у нас 8-я серия прохождения принц полукровок. Сегодня пройдем последнюю миссию. Последнюю миссию, принц полукровок. И закончим со вторым эпизодом. И у нас уже пойдет дары смерти. Финальный год обучения. Финальный. Так сказать, финальный фильм. Это перерост в огромнейшее фэнтези. Смерть многих героев. И, конечно же, великолепные баталии. А мы начинаем миссию. Или миссию, я ее не знаю. Я пока попью водички. Вот крестражи как раз у нас. А я не помню, кольцо он где убил. Ребят, вот если помните, когда он кольцо убил, хотя я, наверное, уже в Википедии посмотрю. Да, вот финальная миссия у нас сейчас будет, потом Дамблдор дропнет. Но вы все равно, если знаете, напишите в комментариях, кольцо в какой части Гарри Поттер убил. Я просто не помню. Я помню, что первый крест книгу, он вроде бы философский камень, нет? Не помню точно, простите, не помню. Ну, то дурак. Дурак дураком, что делать, не знаю. Ой, напишите, в общем, если знаете. Если знаете, я буду очень рад. Так, что это у нас такое? Проход. Ну ладно, Гарри, пойдемте. Пойдемте сюда. Так, что у нас тут? У нас тут редукто. Редукто, давай. Так, что у нас тут? О, спасибо. Это финальная миссия, да, перстень с крестражами. А что это такое? Что мне делать надо? Эй, алло. А, я понял. Все, молодцы. До свидания. Воспользуемся этим. Отлично. Ну давай, ломай последний блок. Ну да, вот эта миссия мне уже нравится так. Смотрите-ка, она такая уже веселенькая. Ну пошло уже. Мы из этого замка сейчас выйдем наконец-то. И начнется уже веселье наконец-то. Орден Феникс, такой скучный фильм. Вот кто о чем мне не говорил, конечно, Орден Феникс я уже прошел давным-давно. Но скучный фильм, скучнейший эпизод даже в игре. Просто не знаю как. Ну, финал, конечно, у меня, где мы поединок был, конечно, хороший, но все остальное. Бе! Видимо, и, ну, часть такая. Не обессудьте. Скучно. Там сюжет-то говно. На самом деле, там сюжет какой. Давайте соберем армию. Вот, весь сюжет. Толк там от этого ордена там мало было. В общем, не знаю, что тогда Джоулин Роллин курил, но Орден Феникс не нужен. Что, блять, он не использовал почти. Ладно, кристалл мы не будем доставать. Ладно, я умер. Так, а как тут? Наверное, вот так вот. Да, я так и думаю. Какой-то мост паршивенький. Ну, пройдемте. Надеюсь, он не развалится. О, сейчас 5 кристалл будет, ладно. Ой. Спецэффекты. Так, у нас что тут? Что такое? Так, я что-то слышал. О, что это такое? Что это такое? Ух ты. 5 пароль змеиный. Давайте синий, зеленый, красный, желтый. Так как с памятью у меня все хорошо, синий, зеленый, красный, желтый. Я еще не дурак. Да, блядь, я стихотворение-то за 10 минут учу. Любые. Ну ок. Ну давайте, мигайте, давайте. А чё он достает?
Ну то это же изи. Какой дебил не запомнит? Ну может, которому 5 лет. Может быть, но мне 16. Мать вашу. Я еще способен. Да нет, я же Винрар. Все, подняли уже. Ну хоть какие-нибудь темные тона придали этой лодке, а? Нет, давайте мы ее сделаем желтой. Там мертвые души у нас. Да, это уже финал миссии. Сейчас смотрите. Мне просто нравится, что тут. Да, полезли они. Они потом полезут. Пока они просто руки достают. Все, можно вот так вот полностью пробежаться. Пусть они все руки достанут. Ладно, шучу. Лагать будет, а то их больно много. Не знаю, как я будет вот эта вот 30-тысячная толпа. Не одобриваю я вот это вот. Если честно. Просто не одобриваю я этого Unity. Я не знаю, у многих лагать будет. Не знаю, как они оптимизируют эту 30-тысячную толпу. Просто дикость какая-то будет. Сейчас они начнут вылазить. А бузиная палочка... А, бузину еще не нашли, наверное, палочку. Я не помню. Бузину же они потом сломали, палочку. А вот мантия у Гарри уже есть. Один из даров смерти, кстати. Кстати, насчет сюжета. Я почему-то начал вспоминать, почему дары смерти назвали. Это не Крис Стража, потому что... Иди сюда, говно. Не потому что дары смерти, потому что там не Крис Стража дары смерти, а кое-что другое. Ну ладно. Об этом я потом посмотрю. Как раз таки, когда начнем проходить. Будет завтра. Кстати, сегодня время не важно, потому что мы сегодня допройдем принц полукровку. Поэтому на время забить. Так, ну что, вставим. Ну что ж, погнали. Выходите. Давайте, выходите. Мать вашу, да как с ними бороться-то? Ух ты, ё... Блин, толпа ссаная. Да хватит, идите нахуй. Их боюсь. Если они меня схватят, то мне пипец будет. Этого-то не жалко, по крайней мере. Он не успел выпить, да ёшкин кошки. Сука, уйдите от него. Ушли нахуй. Идите нахуй. Ты чё, я же... Успею, да? Или нет? Давай, давай, давай. Да что ж такое? Их тут больно много. Нахера он вообще это пьет? Ты что делаешь, дурак старый? У нас тут приближается огромная толпа мертвых, мать вашу. Ходячие мертвецы, 5-й сезон. А! Он раньше времени вышел! Ёшкин кошка, что делать? Все. Вот этот я момент, кстати, помню из принципа луков. Вот он, Крис Страж, кстати говоря. Ah!
Я насколько помню, это у них такой с этим план был. Чтобы что-то сделать специально, чтобы Гарри рассердить вроде бы. Но это специально было сделано, я насколько помню, они Дамблдор с этим договорились со Снегом. Это я помню. Хотя, может, что-то и не помню. Ладно, пойдемте убьем их. Так, ты нах пошел. Ой, ты что, охерел, что ли? Падла. А, сразу смылись, ну, ясно все. Так. Так, куда это надо ставить? Ой, ё-моё. Ну, давайте поаккуратнее тогда пойдем. Чтобы в огонь не попасть, как тут надо. Так, все вроде. А что, еще не все? Все готово. Пойдемте вперед. Бегу. О, го. Снэк. PvP. Да, а где удочка моя? Ой, ой, он вообще хард. Вы смотрите-ка, он меняет-ка. Он еще меняет эти во время. Успел, слушайте. Надо быстренько следить. Ай, ёшкин кошкин. Вообще, слушайте, это вообще хард. Все, ему ГГ. Теперь ты давай. А, нет, не давай. Минус 2, так, easy one. Видите, этот против. Как там ее? Как на Б. Белистра вроде звали. Белистика, я не помню. Беллектриса. Беллектриса, как-то ее так звали. Я точно не помню. Все. Все закончили. Принц полукровка. Так, быстрая серия. Быстрая. Ну, 100 веселая. Зато уже полмиллиона баксов. Money. It's funny. And the whispers come. Да. Абба. Классика. Этот помер. Темные времена грядут. Вот эти щит делают. А, нет, они это просто убрали. Череп. Ну все, мы с вами прошли Принц полукровку. Ну, с вами был я, Блэкс, и в следующей серии мы уже начнем заканчивать. Ну, еще не начнем, как бы будет только третий эпизод, там их 4, поэтому мы просто продолжим играть. Ну а с вами был я, Блэкс, и я напоминаю, что видео выходит часто, да. После Лего Гарри Поттера мы будем с вами проходить Лего Бэтмен 2. Я очень жду, так как просто начал смотреть сериалы, потому что есть, вроде бы будет. Киновселенная DC и сериала вселенная DC. Но вроде бы их хотят совместить. Я не знаю, как это сделать. Но, в общем-то, сериал «Стрела» вот такой вот. Там сюжетные повороты. Не знаю, как... Он похож на этот, над...
на сериал «Тайны Смолвиля». Такой же вот загадочный, там повороты такие офигенные. Вот 46 серий и всего 2 сезона. Божественно, просто божественно. Я не знаю, что может быть лучше. Ну ладно, ну а с вами был я, Блэкс, и я на этом говорю всем удачи, всем пока, берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, ибо ночь темна и полна ужасов.